Приветствую вас, дорогие друзья, это Сиракузы и Ганнибал у ворот. Итак, наконец-таки мы продолжим этот знатный момент, когда мы вероломно обманули... Забыл, как я их зовут уже, Иллеркаонов. Мы обманули вероломно Иллеркаонов, и сейчас их армия попала в засаду. Бедные ребята, тем более, что они сами еще на переправе. Давайте их уже кончать. Итак, противника в оборот мы уже взяли и ждем только его атаки. Точнее, мы на них нападем, само собой. Так. И сразу давайте конницу пошлем. Ага, блин, я ж совсем забыл про вот этих парней. Конные скрутарии. Так, меж тем к нам приходит подмога, я смотрю. Так, отходим подальше. Блин, тут уже скрутарии копейщики подошли, поэтому надо валить отсюда. Во, тут еще и наши друзья сейчас подойдут. Все, раздали команды. Приводим в исполнение. Так, перехватываем. Да, да, вот, конечно, пикинерами надо очень по-жесткому контролить на самом деле. Давайте уберем им. Ой-ой-ой, так, нас сейчас могут и лишить кое-чего. Как-то медленно идем. У них дохрена действительно очень много конницы. Это меня не радует. 31, надо выводить его отсюда. Так, гоплиты щитоносцы тут сейчас уже их убьют всех. Так, мочим, убираем им строй, так, чтобы они эффективнее, еще эффективнее сражались. Так, надо, блин, вот надо сейчас этих застрельщиков уничтожить. Твою ж дивизию. Так, конница, конечно, очень эффективно работает. Так, чё мы стоим на месте? Идем. Давайте дойдем и еще по новой. А, перестраиваемся. Кто у нас тут еще остался? Блин, вот этот тут парень. Давай, мочи. Так, вот этих вот окружить. Блин, чё вы стоите на одном месте, а? Я с вас вообще валяюсь. Что-то по-ужасному тупят наши. Так, скрутарии. Все.
Это быстро как-то. Давайте на перехват пошлем. Ну, меж тем пехот наш потрепали неплохо так. Эти мечники со скрутарями. А плюс ко всему у них очень много конницы было также. Ну что, самое главное, их стек в армию расфигарили. А это нам, собственно, и надо было. Теперь осталось лишь добить остатки. Таким крестиком, да, иксом сформировались ребята. Короче говоря, с испанцами надо, конечно, поаккуратнее, потому что... Три отряда. Да. И Гену почти убили. Так, ну теперь надо непременно добить их, конечно. Во. Замечательно просто. Так что тут, да, тут нельзя недооценивать противника. Так. И остается у них только один стек, да? Чё? Ведём эту армию далее, а вот укус Василиска... Укус Василиска... Чё ж с вами сделать-то? О, огромный обоз давайте сделаем вам. Так, что еще? Пища и ход за рост, это провинция плюс 2. Атака ближнего боя. Что еще? Ближний бой, да? Ближний бой. Давайте вам хитрость вкачаем. Так, ну и давайте, не знаю, там тогда восполним... Восполним мальца, да? Армии. Давайте сибирскими мечниками. Так, я что-то забыл. Вот так это делается, да, вот так это делается. Так, тут. Совмещаем. Совмещаем. А, хотя нет, не получится совместить, ну ладно. Так, ну вот как-то так, короче говоря. Даже можно тогда кого еще? Прачников еще дополнительных нанять. Вот пусть так и будет. И идем на Сальдубу. Специально все-таки, чтобы два стека введу, потому что здесь еще и ареваки, тут как тут на подходе. Поэтому от них тоже всего можно ожидать. Всего можно ожидать. Так. Уровень общественного порядка, между тем, уже что-то потихоньку, я смотрю, падает. Было 8, да? По-моему, было раньше больше уровень общественного порядка. Или я путаю... А, я путаю с Африкой. С Африкой здесь вообще красота. Так. Ну что, дома фонтанов строим, чтобы все тут в благоденствии жили. Так, 8 ходов, доход от производства. Фабрика амфор, вот это вот вообще будет очень офигенная постройка, но... Сначала надо наладить общий порядок. Сколько тут? 5 ходов, да? Так. А тут сколько нам будет строиться? 8. Ну, тем не менее, ладно, давайте вы, Оля, построим мастерскую амфор. Так. Чё еще? Какие у нас плюшки? Так, ладно, на этом пока... Да, давайте остановимся, потому что сейчас поселение будем строить, и тут... Можно без пищи остаться. Тем временем потихоньку начинаем пересылать агентов в более проблемные регионы. Где? Давай, агент. Куда-нибудь вот сюда тебя. Так, кто у нас уже плывет? Вот сюда всех давай, стягиваем агентов. Так, вот эти парни.
Вот эти парни пусть пока еще все кипа будут. Ибо модификатор еще крайне слаб общественного порядка. Так, это барышня. Пусть пока посидит. Так, непорядок, конечно, еще высок довольно. Такие. Так, Риваки уже в туалете, да? В туалете. Риваки в туалете, господи. Что я несу? Ну, короче говоря, ладно, пока что надо с Иллиркаонами разобраться. Как только с Иллиркаонами разберемся, тогда начнем воевать против Ариваков. Ариваки, это у нас, можно сказать, в принципе, все. Фактически-то Иберия между кеми разделена по факту. Между Лузитанами, между Ариваками и Астурой еще. Остались у нас вот эти три семьи иберийские, они, по сути, дело и делят всю Иберию. Плюс еще Ариваки, смотрите, они уже вышли далеко за пределы Иберии. Поэтому, да, их, конечно, мочить будет еще та проблема, я чую. Так, пища минус 10. Не надо нам такого счастья, не надо. Ладно, все оставим пока как есть. Ладно, делаем следующий ход, посмотрим, что нам принесет он. Куда это я направил? А, так, надо корабли уже возвращать, потому что от Карфагена мы уже избавились. Мавры что-то на огонек к нам зашли. Передовик. Что у нас там с Виридовиком-то? Агент. Только я вот что-то не вижу этого агента долбанного. Блин, нифига себе у нас общественный порядок как упал. Минус 32, было ж плюс 8. Твою ж дивизию. Ладно, будем тогда сейчас как-то улучшать. Минус 31. Понял. Это он еще бы на... к беспорядку, что ли, прибавляет? Yes. Это что за Виридовик? Я агента даже тут не вижу. Вот в чем вся проблема. Ну ладно, у нас тут пламя Гефеста, если еще они отразят нападение. Так, с вами что делаем? Подрывную деятельность с вами тогда делаем. Так, тебе дополнительные плюшки дадим. Чё у тебя тут рвение, хитрость? Хитрость давай. Так, курс молодого бойца, короче, прошла ты. Тут диверсия в войсках, давайте пищу еще отравим. Чтобы жизнь медом не казалась. Ну, фактически, зеркально отображение тех войск, что уже были. Так, только мы опять до конца не дойдем, получается. Посмотрим. Посмотрим сейчас на этих чувачков. Так, кого еще можно? А, давайте еще гоблитов наймем. Ну, я знаю, что сжираю деньги, но у нас вроде прибыль позволяет. Позволяет это делать. Блин, кто ж это за мразь-то такая, а? Так, с плюс 4. Священная роща, как всегда, да? Больше всего порядок дает. Я все время забываю просто это. Так, что мы тут можем нанимать? В принципе, хорошие войска. Ждем священную рощу. Что ж это за засланный казачок-то такой? Опять очередной ранг. То есть у нас, блин, половина серии мы тут просто раздаем плюшки чувачкам. О, жесть. Этому не знаю, давайте, что ли. Вот так сделаем, кому тут еще подарки. Тебе подарки. Давай там. Пропаганду, к примеру. Так.
И всех на море, всех на море надо спускать. Чтоб не сидели тут. Почем зря. Так, минус 31. Так, тебя на побережье, тебя на побережье. Все, отлично. Так, корабли. Давайте в бухты зайдем все. В случае чего. Ну и все, продолжаем целенаправленно идти на Иллиркаонов. Их последнее поселение Сальдуба. Сейчас, скорее всего, около окрестностей Сальдуба произойдет бой, если они сами не решат напасть первые. Но они... Тришус, вам своих денег не жалко, не? Блин, вот так можно бабло делать просто на дураках. Ай, блин, не могу. За. Так. Давай, диверсия в войсках еще раз. На, падла. Ну и, собственно, что? Объявляем войну еще раз, что? Я говорю, идиот их. Ничему жизнь не учит просто. Чё еще сказать по этому поводу? Не учит их житуха. О, что ж поделать. Ну ладно. Итак, собственно... Добиваем ублюдков сейчас. Так, что тут у нас? Давайте посмотрим. Блин, что-то там, да уж. Воины берских племен, застрельщики. Армия в гарнизоне, да? Так, полудохлые ребята. У нас, в принципе, не лучше дела обстоят. У нас дохлый генерал. Ну что, пробуем сделать это. Да, с либерийцами на самом деле тяжело воевать. Вот давайте сделаем это. Сейчас мы попробуем уничтожить Иллиркаонов полностью. Так, ну чё, вот и она и Сальдуба, это поселение Иллиркаонов бедных. Ну, блин, какие всё-таки идиоты, а? Вот, ой. Предлагать сиракузцам деньги второй раз, зная, что, блин, мы их уже кинули однажды. Идиоты, да. Таких только могилы исправят на самом деле. Ладно, выходим. Так, здесь у них какой плюс, на самом деле? Здесь плюс у них следующий. У Иллиркаонов тут очень узкие улочки. И они сейчас могут это реализовать. Так, меж тем. Всех наших вот сюда давайте подведем. Так, но они тут по одному, так, иберская конница Иван в валенках. Так, это еще очередное подкрепление, да? В виде одной конницы. Одного отряда, точнее. Так. Гену мы подальше. Вообще он у нас участвовать не будет в битве. А сейчас лучше подогнать, лучше вторую армию. И одновременно напасть с двух разных сторон. Блин, войск тут действительно очень много. Надо продумать, на самом деле, как лучше действовать, потому что здесь, ну, действительно очень такие закрытые пространства.
Ой, будет нам очень неудобно, конечно, очень неудобно играть. Разыгрывать эту битву. Так, конница. Вот у них, кстати, вот у иберийцев, у них и конница такая довольно-таки хорошая. Вообще все. Все у них меня устраивает. Так, ну, чё, давайте, наверное, сюда, ребят. Разделим, наверное, на две части. Так. И одну часть вот сюда, вторую часть вот сюда. Так, с этими пайкс тоже. Один вот сюда, другой вот сюда. Так, это у нас кто? Это у нас... А вот и застрельщики. А вот и застрельщики, твою мать. Так, ну что, сейчас заодно тогда прачников на них направим. Так, тем временем еще вторая армия у нас вот она, как я вижу. Так, их куда? Их вот на этих ребят. Так, тут тоже прачники. Да, сейчас будет очень тяжеловато за всеми уследить. Ну их вот на этих ребят. Короче, всех вот сюда. Так, где тут еще пикинеры-то были? Да, мало еще от вас осталось, конечно, ребят. Так. Все, Гену оставляем в покое, короче. Ну как-то так пусть будет. Так, что у нас тут? Стреляем, да? Стреляемся. Ой, блин, ё-моё, конница, твою мать. Чё-то я профукал этот момент. Чё-то я по-жестокому его профукал. Ну ладно, сейчас мы им отомстим. Тем временем, чё у нас здесь? Так, наши ребята так же подходят. Гоплитам. Здесь у нас еще. Ох, они... Тут еще пройти, что ли, нельзя или еще? Я не понял. Хо! Странно. В невидимый барьер. Охереть. Ладно. Так, вообще конницы у них тут... Много еще конниц. Ладно, тогда пусть ребята подождут. Не будем дальше в паровоз спешить. Но Ванос тут сейчас явно будет. Проиграет это сражение. Он явно не хочет отступать, и это зря. Что здесь у нас происходит? Здесь у нас идет взаимный обстрел. Как я вижу. Так, взаимный обстрел между прачниками. Наступаем, наступаем пока. О, партизанен. Так, гоплиты щитоносцы, надо им подмогу сейчас послать. Б!
Блин, конечно, тут на три фронта сразу очень неудобно, блин, контролить это все дело. Так, что у нас здесь пока? Ладно, переходим в атаку. Так, иберские мечники, все, ребята здесь. Баста здесь, все здесь. Так, знаете что, наверное, пойдем-ка мы сейчас за стрелами вот сюда, вот, на воинов иберских племен. Так, вот в эту степь, короче говоря. Тут ребят справятся, я думаю. Так, тем временем у нас тут жарко становится. Так, есть резон послать конницу. Да? Да, давайте иберскую конницу пойдем. Проведаем. Так, где тут еще? Вот ты, да? Ух, мясо сейчас будет какое. Так, кстати, его отличный вариант, можно вот тут не факт. Так, ладно, тут тогда лучше продавить на самом деле. Так, ну так как мы в атаке, лучше, конечно, убрать этот строй. Борьба строим. А, нет, стоп, вот это оставить наоборот. Так, что у нас здесь? Ой, нас тут окружили. Так, снимаем строй. Так, здесь у нас еще. Мочим вот этих и вот этих. Тут полно застрелов, и они, конечно, портят всю картину. Так, тем временем тихонько проходим сзади их. Но стоят все-таки, я смотрю так. Стоят. Вперед. Нам нужно еще усилить темп. Проходим, никого не жалеем. Нам нужно смерть этих хаберийцев. Чем больше смертей, тем лучше. Такое конное месиво, это вы просто не представляете. Так, ну тут наши застрельщики, конечно, жгут напалмом. Вот такая просто перестрелка жесткая. Блин, да чё ж вы стоите? На месте надо нападать. Эх, все время контролить надо вас. Блин, тут такое вообще мясо. Тут от вас уже вообще мало чего осталось. Ну вот пока самим не тыкнешь, хер они куда пойдут. Так, что у нас далее? Нападаем. Да, вот я помню, в Command & Conquer там даже у искусственного интеллекта было несколько моделей поведения. Там какое-то пассивное, короче, еще какое-то. Так, воины иберских племен, да, как я вижу. Ну так, чё тут-то с вами? Блин, давайте нападайте дальше, ну я мой, вас тут расстреливают. Ой, нифига себе, у нас даже проминают фланги.
Ё-моё. Ну я думаю, от пикинеров-то они должны обжечься. Так, ну-ка, сконцентрировать огонь вот на этих ублюдках. Чё-то меня это как-то не радует. Так, все, отстрелялись, что ли? Да, короче, тяжеловато против них воевать, это факт. Тяжеловато очень даже. Так, ну и заходим наконец-таки к ним в центр, да, в центр города. Кто мне хватит тут остался-то? Комбатрикс? Последний, да, из Магикан. Ну тут его сейчас завалят. Дело времени на самом деле. На, сложновато нам отдалось, сложновато. Но тем не менее мы этого добились. Ой, блин, да, уже даже страшно смотреть на это все дело. А представляете, теперь что будет, когда мы будем с ореваками воевать? Это просто вообще жесть начнется. А, короче, покромсали нас так неплохо. Особенно, конечно, пикинерам досталось, увы. А, тем не менее, столица Иллиркаунов наша. И я думаю, что с ними тоже покончено. Но если следующие испанцы будут такими же по силе, то нам придется тяжко, конечно, при завоевании Испании. Но что делать? У нас нет другого выхода, нам... Нужны земли, нам нужен хороший плацдарм для того, чтобы потом напасть по Риму и его сателлитам. Так, ну что, почти никого мы в живых не оставили, да? Почти. Так, ну, покорять я никого не собираюсь, только уничтожить. О, отлично. Ну еще вот вас, господа. Так, все, от последнего сброта мы избавились. У нас повысился империй. Нет предела вашей власти. Теперь вы можете содержать больше войск, флотов и агентов, а также издавать больше провинциальных эдиктов. Блин, обалдеть, вроде еще немного и скоро полкарты владеть будем, а у нас с империей только раз, два, только третье деление, обалдеть. Но не в этом суть, на самом деле, не в этом суть. Жесть. Блин, вот это нас потрепали. Так, я смотрю, тут какой-то бонус к коннице, да? А. Но, к сожалению, это все придется сейчас убрать. И построить на нашем. Так, пищ, в принципе, и так хватает у нас. Поэтому общественный порядок. Так, рощу нимф построим мы. Плюс 8 общественный порядок, а здесь снесем нахрен, здесь у нас будет. Здесь у нас будет казармы будут. Так, и что это получается? Ближняя Испания, да, у нас Сальдуба является частью провинции Нижняя. Ближняя Испания это. Иллерда, Сальдуба, Импорий, Цисис. Где он, Цисис этот? Не вижу я. А, вот он. Все ясно. Так. Короче говоря, направление ясно. Ну что, будем сейчас обживаться, пополнять свои отряды. И скоро будет война с ореваками. Но, блин, ореваки, сами видите, да, какие они тут ребята
Раскушались они так неплохо довольно-таки. Надо, наверное, будет еще побольше послать отрядов на их уничтожение. Так, вот в Карфагене как с этим дела обстоят? В Карфагене сейчас, по-моему... Да, сразу будет минус 3. Поэтому этих ребят придется подержать пока. Этих ребят придется подержать. Ну где у нас? Вроде в новом Карфагене так инфраструктура развита, да? Скоро будет. Во, да, я думаю, пора в новом Карфагене тогда сейчас нанять наших. Так. Давайте собираем армию. Опять у нас будет Гена с дротиком. Так, что у нас тут доступно? О! Баллисты! Ха-ха! Up, lads, вот это вот вещь. Так, а мечников? Мечников, блин, к сожалению, нельзя нанимать. Ладно, тогда гоплитов наймем. А чё это так? А, ну это вот сейчас мечники в Торксах, да, сейчас выучим ее и сможем мечников еще и нанимать. Ну пусть будет так. Пусть будет так. Касамп. 5 агент. Так, ну давай в кого тебя вкачать, давайте. Дальше, боевой дух отрядов, чтобы у тебя был повышен. В твоей армии славный. А, проницательные дикты, да, мы еще можем издавать. Так, ну, здесь у нас хлеб и зрелище, да? Хлеб и зрелище есть. Где еще мы можем эдикты издавать? Вот здесь. Нет, вот тут. Значит, что здесь? Давайте на налоги, да? Так, стимуляция торговли. Доход от всех торговых сооружений. Плюс 15, пища плюс 2. Налоговая ставка плюс 9. Так, торговые сооружения. Торговые сооружения. Чё у нас тут? Рыботорговцы. Фабрика амфорт, это торговое сооружение или нет? Ну, давайте, ладно, что да, стимуляцию торговли сделаем. Вдруг поможет. Тем временем наш флот возвращается из дальнего плавания обратно, и наши агенты также потихоньку плывут в Испанию. Всячески помогая нашим доблестным войскам захватывать территории Испании к себе, вырезая потихонечку вероломных иберов. Блин, сколько ж тут отрядов? Сколько ж у них тут отрядов? Так, все, в новом Карфагене построилось. Так, Нумидия, эдикт издан, отлично. Плохая осень, ближняя Испания, как плохо. Так, и тут, наверное, давайте уже уберем наемников. Сформируем их. И за место этого регулярное ополчение сейчас сделаем. Но сначала надо, конечно, построить поле для смотров. И ждать. Так, баллист построили, кто у нас следующие? Мечники давайте теперь. Следующая очередь у нас за мечниками. Так, меж тем, почти сейчас можно будет уже выйти, вывести своих генералов. А пока что агентов продолжаем пересылать на наши с вами земли. Вот сюда всех. Так, ну что, на захвате Сальдубы, я думаю, можно уже и закончить
Кстати говоря, тут железо, да, по-моему, дается. Железо, да, нам дает со льдуб этот город. И, собственно говоря, как мы видим, потихонечку наращиваем мы здесь свои силы на юго-востоке, да? На юго-востоке Иберии. Сейчас еще чуть-чуть немного поразвиваемся, и потом с новыми силами пойдем выступать против ариваков, ибо, как мы видим, очень у них много провинций, городов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, 8 штук, это только видимые. А тут еще дальше есть что-то, Толет, еще далее. Короче говоря, будем плодомерно. Сначала возьмемся за ариваков, потом мы уничтожим астуров, и после этого уже возьмем в кольцо лузитанов. Потому что у них тут, конечно, по провам меньше всего провинций, городов и народу. Такие дела. Всем спасибо за просмотр и до следующей серии.